Получилось записать, потому что не стал завтракать и пить. Был голодный, не было желания особого разговаривать. А так с утра вес был 67 800, это где-то 5:30, и во сколько же, в 8 часов я взвесился, вес был 67 400. То есть за 2,5 часа вес уменьшился на 400 грамм. Ну и не стал я специально подводить вес ниже 67, потому что сами соревнования проводились не, ну, помимо возрастных групп, а проходили не в весовых категориях, как это на обычных всех соревнованиях, а просто по возрастным группам, потому что такого обилия участников у каждого возрастных групп не было. И, допустим, если в какой-нибудь возрастной группе участвует там 5 или 7 человек, то просто среди этих 5-7 человек по системе Синклера-Меллона, где учитывается возраст, весовая категория спортсмена, его сумма, разыгрывается, ну, чемпионство. Вот. И еще такая вещь получилась, как-то сразу все не задалось с самого приезда. Предварительный регламент, который был указан в положении, это было 8 часов начала взвешивания, в 9, естественно, окончание, в 10 начало соревнований. Но вчера было сброшено по WhatsApp оповещение нового регламента, согласно тем заявкам, которые нужно было вот по положению подавать, но накануне. То есть регистрация заканчивалась там, ну, за какой-то определенный срок. И вот на основании этих результатов был создан регламент. И вот, к сожалению, он рассылался вчера вечером, а я, зная, что мне придется вставать в 5 часов, естественно, лег чуть пораньше, и так получилось, даже не посмотрел телефон, не проверил почту, там не посмотрел все эти, информацию по WhatsApp, в
по телеграмму и так далее. Просто лег спать и все. А если бы я заглянул, то, естественно, узнал, что взвешивание начиналось в 7 часов. И когда я приехал в совхоз Боровский к месту проведения соревнований, то я был там без 2 минут 8. Что уже как бы не совсем хорошо, потому что вес я прям конкретно не поджимал, но в последние 2 дня периодически находился там в состоянии, я прием пищи отдалял. Если, например, обычно я, допустим, обедаю в час, то я вот на этот раз поел там в 2, в полтретьего. То есть такое чувство небольшого голода или предвестника голода, естественно, было. И то же самое вечером. То есть я по итогу всего дня как бы сэкономил один прием пищи. Ну, растянул, грубо говоря, свои приемы. Вот. И взвесился в попыхах, пошел, быстро перекусил, потом быстро пошел там, пока переоделся, сами понимаете, там мазь. Видеокамеру пока поставил, подключил. Там же не так прям все готово. Вот она, розеточка, вот ты поставил, включил и пошел. Ну, то есть заняло какое-то время, суета такая. Вот. Даже немножко вспотел, когда переодевался, футболка немного взмокла. Так что такое вот утро у меня удалось перед соревнованиями. Вот, ну и результаты соревнований все вы уже видели. Я его разместил в начале соревнований. Если вдруг будет кому-то неинтересно, думаю, слушать мои итоги, то посмотрит и выключит ролик. Ну, а кто слушает дальше, вот расскажу об итогах, как что происходило и о планах на следующий период. В общем, по итогу, как бы, рывка, например, если взять. К сожалению, плохо то, что в самом зале минимальный вес, который можно было поставить, ну, добавить, да, шаг, это 2,5 килограмма. Были там килограммчики в одном месте, но они там зачастую были заняты и совсем в неудобном... На неудобном весе. Я заказал 85, как обычно. Мало ли, вдруг там травма там активируется, там, или там, спазмы какие-нибудь мышечные и так далее. Вот. Я вырвал 85 на тренировке. Ой, на разминке. Ну и планировал, конечно, вот где-то в глубине души было желание начать 90, чтобы была возможность приблизиться и попробовать поднять 95. Но судя по тому, что последние, ну, до протяжении этого месяца я больше 82 не поднимал, а это далеко не мой средний, скажем так, тренировочный вес. Средний тренировочный вес мой – это 85. Так что я свою форму-то в полной мере не набрал. Ну, еще благодаря, конечно, по понижению категории, это в 69, у меня средний тренировочный вес был 85-87. Поэтому вот я вот ориентировался на это, и, естественно, по ощущениям, вырвав 85, я не стал, я, по-моему, даже 2 подхода сделал, как бы для пущей уверенности. Но, в общем, не стал я идти на 90, да, пойду, думаю, на 89, тем более там на 90 было много спортсменов, а дальше они же, ну не они же, а вот следующие килограммы были на 95. А вот эти те, которые на 90 поднимали, у них первый подход, думаю, блин, сейчас возьмут, как все по первому подходу поднимут вместе со мной, только я-то закажу 93, а они все поставят 95, и получится, я 90 вырву и буду потом сам за собой там ходить. 93, там 95, думаю, нет, так не пойдет, надо хорошо отдохнуть, хотя бы вот на первых порах.
Поэтому заказал 89. И, в общем-то, после 89 был уверен, что 92 вырву, что это не такой уж прям крик, предельный вес. Но на разминке, когда разминался, конечно, почувствовал небольшое изменение в технике. Это закрепощенность в плечах. И когда вырывал, ну вот есть у меня такой момент, в последнее время он возникает, скорее всего, в силу возраста, такая закрепощенность в плечах, и я частенько вырываю, и приходится, ну, встаю, и приходится, так как центр тяжести немножко впереди остается, приходится делать полшаг там, или шаг. Если кто смотрел все мои тренировки, то согласятся со мной. И вот такого же плана было на разминке. Но я подумал, в принципе, так как мы разминаемся и так как поднимаем на соревнованиях, это немножко разные вещи. И такое вот у меня бывает, что я как бы разминаюсь на разминке для того, чтобы размяться. Да, естественно, ну, думаешь и корректируешь как бы технику, но не настолько, чтобы прям обязательно прям супер технично надо каждый вес там 60-70 поднимать. Нет, все в пределах разумного, главное размяться, идеально размяться, чтобы не сделать много лишних подходов, чтобы не было такого, что не успеваешь, и давай только отдышавшись опять поднимая вес. Поэтому, в общем, не придал значения и вырвал 89 спокойно, думаю, ну 92-то точно вырву. И вот за много-много лет в последнее время я никак, вот вообще у меня такая тенденция в последнее время, там в 90% случаев я вырываю даже третьи подходы, не говоря о том, не говоря уже о вторых. Вторые я уже не помню, сколько лет назад я там когда-то мог и не вырвать. Я даже не могу вспомнить, в ветеранском своем спорте, движении в таком, не могу вспомнить. Я всегда вырывал вторые подходы. Ну, скорее всего, видимо, из-за того, что там заказывал всегда начальный вес адекватный, более-менее адекватный. И здесь, в общем-то, у меня не было никакой мысли, что что-то я сделал не так, там, заказал не тот вес для первого подхода. Вот, и вот случилось то, что я вот объяснил только что по разминке, по своим тренировкам. Я вот видео свое еще не просматривал, хотя вот мне ребята накидали уже в WhatsApp, просто здесь не очень хорошая связь. Но по личным ощущениям получается, я вырываю этот вес, и прям вот вырываю как бы с уверенностью, мысли, что, блин, вырвал, то есть она моя. Вот бывает, вырываешь, и вот конкретно она прям остается впереди, и все, и ты ее роняешь. А тут вот вырываю, все, она моя. Остается только встать. Но при вставании, прям как назло, то ли такое впечатление, как будто вот взяли и плечи отключили, и штанга пум, падает. А вот во втором подходе это произошло так, что я вот подумал, блин, вот если бы побороться, то можно было бы там попробовать до конца там пройтись до конца помоста и попробовать ее удержать. Но в голове сразу бам, не надо, можно получить травму. И я, естественно, за здоровье, без травматизма, за спорт без травматизма, тем более с учетом там, я надеюсь, уже в прошлом травмы мениска, я не захотел еще иметь какую-нибудь там проблему там в плечах, например. Поэтому я расслабился, бросил ее. И вот в третьем подходе, ну, уже попробовав, да, обычно спортсмен там может не дотянуть что-то, где-то не доделать, да, на каком-нибудь весе, и, ну, не получилось, да, и все, и подходы закончились. А тут главное, я бы не сказал, что это предельный вес, и у тебя еще одна попытка, и я такой, ну, там было время для отдыха, и я такой думаю, блин, а не заказать мне сразу 95, ведь хотел же 95. Потом думаю, ну, вообще-то там для борьбы в абсолютном первенстве
нужно для, как бы для зачета, для уверенности. Думаю, тогда 94, что ли. И потом, вот сколько раз других я учу, да, или как бы в каких-то обзорах там говоришь про какого-то спортсмена, вот не надо, вот когда вот некоторые, да, не поднимают, начинают увеличивать вес прям с первого подхода, не поднимают, еще увеличивают, и зачастую получают баранки. И вот я иду, хожу такой, раздумываю, думаю, блин, нет, наверное, надо поступить так, как я всегда всем советую, и как я бы поступил, если бы я был сам себе, ну, свой тренер, да, тренер Захарова, да, я бы ему так и сказал: подними свои 92, но они будут твои. Во-первых, ты ее уже только что пробовал поднимать, то есть ты можешь проанализировать, где чего надо изменить, где вложиться, где исправить какую-то ошибку. А новый, любой новый вес, там, хоть 93 килограмма, это все равно новые ощущения в плане тяжести. Поэтому я решил оставить этот вес и был уверен, что подниму. И вот такая вот досадная оплошность, ошибка, конечно, такое впервые со мной происходит. Ну, когда-нибудь всегда что-то происходит впервые. Мы всю жизнь живем и учимся, поэтому, да, немножко расстроился. Очень хотелось красиво завершить этот сезон, тем более я сделал подготовку к этому сезону таким вот показательным. Хотелось вот и показать, как я и тренировался, и как по итогу поднял там какие-то там хорошие результаты. Но вот, к сожалению, что есть, то есть. И когда хорошо, поток был очень большой, 25 человек. И вот что порадовало, это то, что не пришлось сразу после рывка делать разминку в толчке. А у меня получилось, ну, наверное, минут 20-25. Я даже имел возможность отдохнуть, там перекусить шоколадкой, попить, напиться воды. Так что вот это еще порадовало. И как вот обычно, да, опять же, вспоминая спортсменов, всегда, ну, есть такая закономерность. Я и по прошлым своим, и по основной своей спортивной карьере знаю, что и вот ребятам тоже рассказываю, которые, допустим, плохо подняли в рывке, я им говорю, есть такая закономерность, есть такая, ну, не то что особенность, а вот, ну, в какой-то степени, может быть, особенность поведения человека, что если спортсмен плохо поднимает в рывке, то есть он не добирает до своего уровня, а не добирает в каком смысле? То есть он не выкладывается, он не борется там всеми силами, то есть у него остается все равно какой-то запас сил. Это все равно, что, допустим, он пришел и выполнил свою тренировку, а не реализовал какие-то все свои, скажем так, грубо говоря, ВПДшные мышцы и истратил их функциональность. И вот есть такая закономерность: кто плохо поднимает в рывке, не добирает до своих предельных результатов, тот хорошо поднимает в толчке. Ну вот у меня была такая мысль, что, ну, не может такого быть. Ну, блин, целый месяц приседал, качал ноги, специально сделал такую подготовку силового характера. И вот, ну, не может быть такого, чтобы прям вот и в рывке, и в толчке сейчас будет, как вот, например, в Гераклионе, 10-15 сделаю и все, и закончу. Поэтому отложил, как бы, отбросил все мысли в сторону и стал разминаться. И вот, вы знаете, по первым килограммам, там, поднимаю 50, блин, по ощущениям, очень даже хорошо. И так вот уверенно прям залезает она прям на грудь. Ну, думаю, наверное, просто маленький вес. Так как после рывка уже разогрет, то прям вот как бы из-за этого гладенько все и идет. Ставлю 70-80, блин, все то же самое. Ну, думаю, зашибись. Если вот 100-110 прям на таких же ощущениях подниму, будет вообще прекрасно. И, кстати, начал я... Ну, такая стратегия была,
у меня были такие еще мысли, что по идее, вот просто если проанализировать, я, скажем так, идеально размялся в рывке. То есть я не делал никаких лишних подходов, я там 82 подхода или 3 даже вырвал, не 2, 75 несколько подходов. То есть у меня были килограммы, ну, подходы, чтобы так прочувствовать вес там, с уверенностью прибавить и поднять следующий вес. Но все равно я подумал, а вдруг все-таки я неэффективно разминался. Вдруг надо вот более, ну, более досконально, не досконально, более, ну, скажу по-простому, побольше, подольше поразминаться. Ну, и я, в принципе, так и сделал. Начал чуть-чуть пораньше начал разминку и, дойдя до 90 килограмм, просто поднимал эти 90 килограмм. После полного отдыха, когда вот чувствую, что начинаю остывать, я подходил на 90 килограмм и сделал, наверное, 3-4, может быть, даже 5 подходов. Я как бы не считал. Я считал, наоборот, подходы, сколько мне оставалось до моего выхода на помост. Потому что, в принципе, там 90, то я потом запланировал 100, 105, 110. И думаю, либо 100, 105 пойду, если будет все плохо, пойду на 110. Либо толкаю 110 и иду там на 15 и выше. Вот. И все так и получилось. Я поднял 100 килограмм, 105. И прям вот уверенно все хорошо поднимаю. И я обратил внимание, что мне помогают ноги. То есть я понял, что я как бы, ну, не то что успокоил себя, а как бы, ну, сделал такой анализ во время работы, что ведь можно же сделать анализ, да, спустя соревнования, и ты там начинаешь ковыряться, копаться в голове, мысли-то путаются, ты уже не помнишь, блин, на каком, когда, какие мысли у тебя были. А здесь я прям вот именно вот тогда понял, когда поднимал 100-105, что мне помогают ноги, что действительно мне, ну, что не то, что прям силу ног что-то добавил, а вот то, что ноги вытягивают. Если, например, сравнить с месячной давностью, с Гераклионом, где я, грубо говоря, первый подход толкнул 17 килограмм и, по-моему, 17, я уже не помню, блин, и закончил. И все, и вот когда выходил на помост, 115 я нормально взял и сразу же, без сомнения, заказал 20, и потом после 20 я не стал, знаете, у меня вот осенью, вот когда было первенство там Москвы, в общем, у меня было много попыток, в принципе, походов на 25. А 125 килограмм я толкнул один единственный раз, опять же, в совхозе Боровский год назад. Но опять же, это было год назад в категории 69. И тогда я весил как раз вот не больше 69. Вот. И я подумал, что, ну, в толчке нужно поднять столько, чтобы было наверняка. Но когда я поднимал 120, я понял, что я даже вот в разминочный зал иду, ребята встречают, и я такой, вот Володя Суржиков меня встречает, смотрит на меня, а я на него и говорю, что это предел? Он такой, ну если ты выложишься, если максимально соберешь себя в руки, то 123 скорее всего поднимешь. Ну и я не стал как бы испытывать себя на 123. 121 как бы глупо заказывать, согласитесь, на 1 килограмм выше. Ну а 2 это как бы уже существенно. Ну и заказал я 122,
пошел сам за собой, других участников не было, на любой вес до 125. Я мог бы подольше отдохнуть, если бы пошел на 125. Но поднял я 120, конечно, ну, особенно с груди, тяжеловато. И пошел на 122, максимально постаравшись выложиться. И как мне вот, опять же, на ощущениях, я не видел еще видео свои, на ощущениях я прям помню только, что взял на грудь, и когда взял на грудь, она даже немножко сверху упала. То есть я настолько как бы мобилизовался на взятие, на грудь. Ну, сначала же у нас взятие, правильно? Потом толчок. И вот максимально мобилизовался, думаю, сначала надо взять на грудь. Поэтому надо выложиться, прям вот брать на грудь. Тем более, я помню по своим подходам, там вот, опять же, на предыдущих соревнованиях, осенних соревнованиях, где я там и 122 пробовал, и 123. И я понял, что чем дольше я встаю, тем быстрее у меня пропадают силы в ногах. Поэтому я посчитал, самое главное взять на грудь, взять четко и постараться быстро встать в отдачу. Ну и что и получилось, взял на грудь, встал. И если 120, когда я толкнул, я понял, что, ну, почему я вот Володе сказал, блин, это что, предел? Когда выбрасывал переднюю ногу, ну, во-первых, я подкинул штангу, как мне показалось, по ощущениям, не очень мощно. И когда я ставил переднюю ногу, она у меня не успела встать. Она даже вот, ну, не успела встать, она проскоблила пол и пум, затормозила. Раньше времени, чем я хотел, чем я предполагал, по своей координации, по ощущениям. И когда вот встал со 122, я прям не знал, смогу ли я вообще вытолкнуть ее. Но вот собрался, можно сказать, каким-то чудом. Вот тот же Володя Суржиков, он даже, он практически там и в, ну, на ветеранских соревнованиях, хоть и поднимает в последний день, но он с первого дня там. И вот на таких соревнованиях он и спортсменов своих привозит, и вот сам как бы находится в зале. То есть он всегда, вернее, я вот всегда как бы у него на виду. И он сказал мне, что более волевого подхода в этом сезоне он не видел. То есть если мы, например, смотрим на себя со стороны, и либо нам, либо там зрителям кажется, ну, взял на грудь там, максимально собрался и толкнул, то когда, но когда мы смотрим на своих друзей, на своих знакомых, которых, ну, знаем, как они поднимают там, с какой-то, ну, у кого какая особенность, да, кто-то, может быть, тяжело поднимает, но он поднимает, да, прибавляет и тяжело, но поднимает, а кто-то, например, внешне кажется, поднимает легко, но он знает, что дается. Извиняюсь, была потеря связи, закончилась батарейка. А пока менял, думал, блин, кому я это все рассказываю, кому это будет интересно, кто дослушает это все, тем более до конца, если я столько всего хочу рассказать. Ну, в общем, на чем я остановился там? А, ну вот, Володя мне сказал, что более волевого подхода в этом сезоне он не видел. И действительно, это был самый вот... Ну, были у меня подъемы, например, на грудь, да, взятие на грудь. Но, вы знаете, вот взять на грудь и в последующем толкнуть – это совсем разные вещи. Взять на грудь – это как рывок. Взял, взорвался, и вот он на груди. А вот пока ты встаешь, пока стоишь со штангой, ты еще и второй раз взорваться при посыле с груди. Это, конечно, дорогого стоит. Это не так легко и просто. Вот. Так что, действительно, по ощущениям, я прям... прежде всего, я был рад и доволен тому, что я смог не в плане килограммов,
там 122 толкнул я там или 125. Меня радовало то, ведь для чего мы поднимаем штангу, да? Ведь не для того, чтобы там кому-то показать супер килограммы, да? Не для того, чтобы кого-то удивлять там какой-то сверх идеальной техникой, хотя и это тоже немаловажно, и килограммы немаловажны. Но мы прежде всего, ну грубо говоря, да, поднимаем для самих себя. А для самих себя мы поднимаем, ну, с какими идеями, да? Это там быть сильным, быть здоровым. Но это же можно делать не участвуя в соревнованиях, да? А вот участие в соревнованиях, оно не просто, ну, помимо того, что мы ставим цель, да, добиваемся этой цели и идем к следующей. Но еще это делает из нас, вот если сказать про молодежь, да, это делает из них мужчин. А вот если сказать просто про там взрослых людей, это позволяет понять, насколько ты спрогрессировал как боец, как человек, преодолевший себя, как спортсмен, который смог реализовать вот те возможности организма, которые вот у нас в нас закладываются вместе с тренировками. Ведь я вот в каком-то видео рассказывал, что вот взять, например, спортсмена и обычного человека, чем они отличаются, да, помимо тренированности? Тем, что у обычных людей, там, допустим, реализация их физических возможностей 50%. А спрашивается, где остальные 50%? Это как раз те 50%, которые возникают при каких-то экстренных случаях, при особых случаях, когда там, допустим, землетрясение, кого-то придавило плитой, там мама поднимает плиту, чтобы дети спаслись, или когда идешь по лесу, на тебя бежит медведь выше тебя ростом, и ты, ну, грубо говоря, да, там понятно, что в лесу нету стен, но, грубо говоря, там ты перепрыгиваешь стену там, или запрыгиваешь там на сук высотой, который на высоте 2,5 метра там, или выше. То есть это о чем говорит? О том, что организм наш может больше, чем мы это можем в обычной жизни. А спорт и тренировки дают нам возможность отодвинуть эту планку, а подвинуть ее ближе к, ну, к тем 100%, которые являются как бы, ну, полностью, ну, когда ты, скажем так, поднял ту же самую плиту, да, у тебя развалились все суставы и кости, но ты поднял их. И вот насколько это сдвигаем, да, вот на своих ощущениях мы можем дать себе оценку. И вот как раз вот эти 122 килограмма по ощущениям говорят, почему вот радует, да? Потому что по ощущениям это мне показало, что я вот эту свою планку подвинул на какой-то очередной этап, на очередную какую-то высоту. То есть я на какие-то проценты могу реализовать себя больше. Так что в целом выступление соревновательное, ну, в целом доволен. Доволен еще тем, что занял второй год подряд, стал победителем в абсолютном первенстве в своей возрастной группе. Собрал сумму 359 и там смело еще баллов по синклеру. Ну, если округлить, то 360. Это очень хороший показатель. Это, по-моему, я не пересматривал все свои результаты, но я как-то вот интересовался по последним соревнованиям, там, Тула, Москва. То есть у меня там выходило, там, допустим, 353, там, 356, а тут практически 360. То есть, в принципе, даже вот по подсчетам Синклера Меллона, я как бы поднял свою самую лучшую сумму.
Не говоря о том, что у меня как бы вес был на 400 грамм выше, 67-400, что я в рывке не зафиксировал 92. Если бы 92 вырвал, у меня было бы еще бы выше. Так что в целом вот это меня очень порадовало. И вот эти соревнования позитивные. Да, я, конечно, рассчитывал, если честно, и вчера сказал там своему товарищу по команде, что планирую завершить свой сезон с самыми лучшими результатами. Это хотелось бы поднять 95-125. Но если ориентироваться по тренировочным весам, то тогда, когда я поднимал 93, как я уже сейчас сказал, я на тренировках рвал 85-87. Когда толкал 125, я на тренировках поднимал 115. А здесь вы сами видите, я максимум, что поднимал, 105-107. В рывке 82. То есть видите, да, контраст. И вот, кстати, когда я вот рассказывал в каких-то своих видео, что там я на тренировках поднимаю всегда меньше, на соревнованиях больше, там что вот у меня мобилизуется организм, то вот сейчас на вот этих своих видео, своей подготовке, пожалуйста, вот вам, если вы тогда просто слушали мои слова, но чему-то, может быть, не верили или думали, что это не так, то вот, пожалуйста, в течение месяца, практически там через день, через два, я выкладывал свои видео, и вы прекрасно видели, что помимо того, что в начале месяца подготовительного у меня и результат был ниже, то и дойдя до, скажем так, соревновательного периода, у меня результат был-то всего в рывке 82, в толчке 107. Все. Так что и получается, в рывке было 82, я на соревнованиях пошел на 92, то есть был как бы готов, то есть плюс 10 килограмм. В толчке 107 и 123 и 16 килограмм. То есть видите, да, насколько низкие результаты тренировочные и сколько я прибавляю на соревнованиях. Плюс 10 в рывке, плюс 16 в толчке. Так что вот так все было показано. Кстати, эти видео, ну раз уж я заговорил об этом, эту серию видео я решил снять. По-моему, кто-то в комментариях задавал мне вопрос не с просьбой снять видео, а просто был вопрос, как я готовлюсь к соревнованиям, какие веса поднимаю и как делаю подготовку, подводку к самим соревнованиям. И вот как раз эта идея дала мне такую вот мотивацию, или как там, руководство к действию. Я решил снять вот видео для того человека, для тех, кому это будет интересно, и для тех, кто смотрит. А, кстати, вот всем ветеранам тяжелоатлетики России передаю большой привет, потому что на многих соревнованиях в последнее время вы подходили и говорили, что смотрите видео, но видео смотрели просто моих 1-2-минутных роликов, где я как бы показываю свою очередную тренировку. Но здесь я решил еще как бы разнообразить общением с вами, делать ответы на вопросы, рассказывать более, ну, не просто показать, да, допустим, подводку, да, а не просто показать, что я в течение месяца увеличил свой тренировочный результат, но и как-то объяснить это, потому что на моем примере, я думаю, что такие, как вот у меня, примеры есть у многих. Ну, многие идут таким же путем. Поэтому, посмотрев мои видео, они там в чем-то согласятся, в чем-то, где были сомнения, они увидят истину своих каких-то мыслей, размышлений и найдут свой единственный правильный путь, а не будут топтаться на месте. А, и что я хотел еще сказать. Кстати, вот раз уж я стал говорить о том, что меня побудило, да, снимать вот эти видео, ну, мне не то, что, конечно, понравилось, да,
Все-таки таскать с собой камеру, снимать чаще обычного, еще и записывая свои комментарии, потом редактировать. То есть помимо этого еще и времени тратил личного много. Но, кстати, останется на долгую память, там, на вечную память. Если YouTube, конечно, не закроют, не прикроют, если у нас Россия не отключит YouTube от россиян, то тогда да, можно будет и потомкам, детям и детям моих детей посмотреть, как поднимали их отцы. В общем, что я хотел сказать. Если есть какие-то мысли, идеи, вопросы, вы озвучьте, если будет какой-то, ну, какая-нибудь интересная идея, почему бы и нет. Я, в принципе, лето сейчас будет свободным, запросто можно будет снять какой-то материал. Просто нужна какая-то идея, чтобы понимать, чем интересен. И, понятное дело, я там не какой-то супер-пупер человек, мастер спорта международного класса с идеальной техникой, который что ни соревнование, то прибавляет и все время выигрывает. Понятно это дело, но не имея лучшего, скажем так, у нас не так много таких вот спортсменов-блогеров, которые освещали бы свою подготовку, тем более действующих спортсменов. Все у нас скрытные, у всех своя какая-то особая подготовка, тренеры. Ну, спортсмены-то, может быть, и рады бы были выйти на такую, на платформу доступности и известности, показывая свои тренировки, но зачастую, скорее всего, тренеры не дают им этого, объясняя как раз вот именно тем, что нельзя, не нужно афишировать свои результаты, чтобы соперники не видели, чтобы никто ничего не знал. Ну, не знаю, у меня не было и нет пока спортсменов такого уровня, уровня сборной России, чтобы мы выигрывали или боролись за какие-то там призовые места, чтобы я как бы оказался в их шкуре и либо осудил, сказал, ну и дураки, либо наоборот, я стал бы одним из них и начал бы также вести замкнутый тренировочный процесс своих спортсменов. По поводу планов на следующий сезон, я его назову по старой доброй традиции, это будет подготовка к осени 2019, хотя мое участие в Кубке России в Екатеринбурге, пока предварительно это Екатеринбург, я уже говорил, под большим вопросом, и скорее всего я туда не поеду. Ну, будем находить другие соревнования. У нас в нашем регионе либо Москва, либо Московская область изобилуют. Ну, можно подобрать себе определенного уровня соревнований, чтобы, ну, мне же не надо там кого-то выигрывать, чтобы куда-то отбираться, да? Я поднимаю для себя, поэтому мне подходят любые соревнования, где я могу, на которых могу участвовать. И уже не первый раз я слышу от либо спортсменов, либо тренеров высокого класса, которые там спортсмены, мастера спорта международного класса, или тренер, который, ну, тренирует чемпионов. И не первый раз мне говорят, почему я не набираю вес, почему я была 69-я категория, это понятно, она долгое время, да, была, все уже привыкли, что я в ней. А вот когда стала категория 67, все же знают, что я в 69, естественно,
Понятное дело, что я не весил 67, когда выступал в 69, что у меня наверняка вес был плотный, под 69. И когда вот я стал выступать, продолжать выступать в 67, то мне вот стали задавать вопрос, почему я не перехожу в следующую категорию. Сразу спрашивают, какой у тебя рост? И я вот говорю, 165. И понимаю, что как вот у нас для обычного среднестатистического человека, да, у тебя какой рост? Минус 100, и у тебя должен быть такой вес, да? И я весе 67, я и при росте 165, я понимаю, что я всего лишь среднестатистический человек, что чтобы быть спортсменом и эффективно поднимающим спортсменом, мне нужно набирать массу, набирать мышцы, чтобы реализовывать. И вот сейчас, добавив приседания в тренировке, я увидел, что мой собственный вес чуть-чуть подрос, приблизительно на килограмм. С учетом того, что Кубок России не скоро, через минимум полгода, в ноябре, попробую, ну, вес и без того уже, как бы, старт для веса есть. У меня не 67 ровно, а уже 68 с копейками. То есть за полгода, я думаю, что продолжая выполнять приседания, вес так или иначе будет расти. Тем более, если делать развивающие тренировки на ЭГМВ, а я их делаю, и результат растет. То есть это говорит о том, что растут миофибрилы, есть гипертрофия. А гипертрофия, понятное дело, она тянет вес. И я и сам умом понимаю, что если будет больше вес, больше мышечной массы, то я и килограммы буду больше поднимать. Так что понятное дело, что максимальные килограммы я смогу поднять только когда буду весить там 72 или даже 73. Оставаться в этой категории — это, грубо говоря, топтание на месте. Потому что, если проанализировать последние соревнования, то я, допустим, спрогрессировал в рывке, минус в толчке, да, когда вот 94 вырвал, плохо толкнул с Гераклионе. Когда вот плохо выступил в рывке, хорошо толкнул 122 в толчке, но опять же, это не максимум. Так что в какой-то степени, если так округлить, то можно сказать, есть такое ощущение, чувство топтания на месте. А хочется небольшого прогресса и посмотреть, что оно дальше, как оно дальше получится при увеличении мышечного веса. Максимум, что я в худшем случае приобрету, это будучи накануне перехода в другую возрастную группу, а это означает, что вот моя группа сейчас 45-49, понятное дело, что сильнее меня те, кто 45, что будучи более возрастным в своей возрастной группе, да еще перейдя в весовую категорию, которой вес будет мой значительно ниже, понятное дело, я буду проигрывать. Я еще не смотрел, это вот только сегодня я как бы принял такое решение. Я не смотрел, не анализировал, что я буду, что я буду занимать, какие места, если хотя бы буду поднимать свои лучшие килограммы, например, 94 в рывке, 125 в толчке. Так что, меня будет радовать хотя бы то, что я не остался стоять на месте, а иду дальше. То есть меня будут радовать, ведь у нас есть успех какой-то, не только там выполнение какого-то разряда, занимание каких-то мест на соревнованиях, но и вот увеличение поднимаемых килограмм. Потому что вот те же вот знакомые
подходят и говорят, когда же ты поднимешь, ну, когда ты, допустим, весной, они говорят, ну, что теперь, когда 100-130 ждать осенью, то есть у меня такое впечатление, что им не важно, сколько я буду весить, они вот заинтересованы тем, чтобы я вот поднял 100-130, например, вот этими круглыми цифрами. А тогда, когда я писал в своих видео, что цель 100-130, это была категория 69. И на тот момент там я пробовал, и 95 я ходил на 95, и 125 я в прошлом году толкнул здесь же, в совхозе Боровский. То есть там, скажем так, все пахло тем, что вот если бы была бы категория по-прежнему 69, то при определенной подготовке я бы, может быть, приблизился. Но когда я вот решил остаться в 67 и подумал, ну что, подумаешь, там 2 килограмма, может быть, это не так вот прям будет существенно. Вот по прошествии вот этих соревнований, ну не именно этих, а вот, допустим, весенних вот этих соревнований, я понял, что все-таки это имеет какое-то влияние, что это имеет значение все-таки. Не зря люди гоняют, не зря у них каждый, мне, ну, не знаю, как насчет каждых сот грамм, но мне кажется, там, с шагом в каждые полкилограмма они очень сказываются и очень существенно. Поэтому я перестал подписывать свои видео 100-130 цель, потому что, перейдя в 67, я понял, что либо надо поменять 95-125, и вот, кстати, это было бы более реально, да, при вот максимальной такой подготовке, все-таки увеличить рывок на килограмм, поднять 95, а в толчке, ну, плюс 3 получается, судя по сегодняшним соревнованиям. Но это я все-таки склоняюсь к тому, что, начав приседать, все-таки будут расти мышцы ног в первую очередь. И пытаться удержать вес, ну да, можно, ну есть такой жирок на животе, да, можно зациклиться и сбрасывать вес, чтобы появились кубики. Вот когда у меня была такая трансформация, где я в течение полугода, вот, кстати, опять же, вот на этом периоде времени, с весны до осени, я снимал, у меня была такая трансформация, где я написал, где я с 72 не гонял вес до 62, а планомерно убавил вес на 10 килограмм. То есть я стал контролировать вот эти вот лишние калории, которые у меня присутствовали в пище, и стал каждый день бегать. Просто каждый день, в любую погоду. У меня в багажнике были кеды, и где бы я ни находился, хоть в Москве, в любой парк я прям заезжал, по дороге останавливался. Допустим, я знал, например, что домой я вернусь там поздно, в парк там будет, в парке будет темно, либо это будет очень поздно. Я прям в Москве припарковался, одевал кеды и бегал. И вот снизил свой вес до 62, впервые увидел все свои кубики такими, скажем так, культуристским таким взглядом. Видео, фото я даже снял на память. Увидел, как у меня секутся квадрицепсы при напряжении ног. Прям все рельефно. Трапеция секлась. То есть вид, если так вот анализировать, да, то высох я очень хорошо, но все-таки это, я не знаю, все-таки это более, скажем так, более целенаправленно. Допустим, мы ставим цель, да, вот я поставил цель, я снизил на 10 килограмм. Одним из моментов, что повлекло, да, снижение веса, это то, что я разогнал свой обмен веществ. Хоть я вот смотрю всякие стримы научные, хоть там и говорят, что
увеличение количества приема пищи не влечет понижение веса. То есть вот эти все диеты, где кушаете дробно, маленькими порциями, рассматривался такой момент, что это не даст особого толчка для снижения веса. Что в первую очередь все-таки важно количество потребляемых калорий, и которые мы тратим в течение дня и в течение недели в целом. Но я немножко не соглашусь, потому что я питался 8 раз в день, и я был как фабрика, как машина. Сюда зашло, там вышло, сюда зашло, там вышло. То есть у меня походов в туалет было, там, не знаю, ну, в среднем 4 за день. И я понимал, что это, грубо говоря, ну, не то, что ненормально, да, не то, что это как бы немножко со сдвигом. Все-таки я понимал, что это необходимо. Но я понимал, что это не для обычной, не для всей последующей жизни. Я согласен принять там какой-то образ жизни, допустим, там, ну, вот на протяжении многих лет я, например, не ем хлеб. Ну, я набираю калории в другом. Я, ну, максимум там суп или борщ могу с хлебом съесть, ну, чтобы такое сочетание было вкусным, приятным. А все остальное я ем без хлеба. Я не испытываю в нем такой вот необходимости. И вот это нормально. Но когда у тебя вот все меняется, твое пищеварение, твой обмен веществ, ты понимаешь, что ты поглощаешь больше пищи, а это стоит какого-то бюджета, если взять в месячном измерении. И часть этого ты выкидываешь, оставляешь в туалете. И понимаешь, что ты просто, грубо говоря, работаешь на унитаз. Вот часть того, что уходит на питание, скажем так, 10-15% просто остается в унитазе. И понятное дело, там, допустим, когда ты миллионер и тебе плевать, да, но когда ты живешь размеренной такой, ну, средней жизнью, и анализируешь и понимаешь, что ты в чем-то просто выкидываешь деньги на ветер, то и плюс, я не знаю, в какой-то степени, ну, не то, что вред для организма, но это, скажем так, не совсем нормально, да, не совсем естественное жизненное поведение для организма, то это явно не на всю жизнь. И делать это для спортивной карьеры, ну, а для какой спортивной карьеры? Я даже не езжу ни на какие международные соревнования, чтобы, допустим, там являться там чемпионом мира или чемпионом всемирных игр, или там поднимать самую высокую сумму, самую большую, которая там 460 баллов. Это один единственный человек во всем мире может это поднять. Так что, или даже чуть выше. То есть таких вот супер, и то надо дойти до этих результатов. Надо быть уровнем соответствующим, а не просто сделал свое питание, снизил свой вес до определенной весовой категории, и все, и ты в шоколаде. Нет, тренировки тоже будут иметь огромнейшее значение. И надо снимать, и не надо снимать с расчета то, что такой вот образ жизни, так или иначе, чего-то будет не хватать. Да, ты будешь сухой, с прессом, красиво выглядеть, но обязательно что-то будет не хватать. Потому что у меня нет, там, допустим, бюджета в 5000 рублей, чтобы покупать себе изобилие спортивного питания. Как вот некоторых посмотришь на видео там со сборов или блогера какого-нибудь, который там говорит перед камерой там: а вот сейчас смотрите мой ассортимент спортивного питания. Отходит, а у него за спиной там вот такая вот
вереница натыканных баночек, что он использует. У меня нет такой возможности, и просто питаясь обычной пищей, но вот как бы выстраивая свой такой образ жизни для того, чтобы выглядеть сухим, но без определенной, без определенной аптеки, без определенной поддержки, там, минералами, микроэлементы. Ведь сейчас же можно по анализам все это узнавать, чего не хватает. Просто без спортивного питания. Все-таки определенный вред есть. Поэтому, естественно, я и перешел из категории 62 в 69. Ну, а теперь вот по тем же, грубо говоря, причинам, по причине того, чтобы исключить травматизм. Вот, кстати, вот в Гераклионе, когда заболела связка, то как вариант, это вероятность того, что, может быть, что-то не хватало в организме, например. Поэтому, чуть-чуть набрав вес и имея изобилие всего ассортимента витаминов и микроэлементов, чтобы не приходилось там, а вот этого мне нельзя, потому что мне надо держаться в категории, чтобы вот это вот такого исключить, я все-таки за это, потому что нет такой вот как бы цели, ну, нет стоящей цели, да, чтобы уравновесить все это. И что еще хотел сказать, это вот по поводу всяких травматизмов, которые вот меня преследовали. В общем, по итогу этих соревнований травма мениска, которая старая, да, на старой коленке у меня была, вообще хоть бы хны, никакими намеками. То есть вот уже прошло несколько соревнований, и вот добавив даже приседания, были моменты, когда я ощущал загруженность в колене. Но в какой-то степени это правильно, почему бы и нет. Ты ощущаешь и там, снижаешь нагрузку там, или убираешь, например, приседания. Это на первых порах это хорошо, это правильно. Это лучше, чем когда вот у меня было, я там, скажем так, толкнул на тренировке 120, приехал домой, вот, когда у меня травма вот случилась. Приехал домой, выхожу из машины и хромаю, потому что вот болевое ощущение. То есть неожиданно, ни с того ни с сего, просто раз, ушел с тренировки здоровый, блин, вылез из машины, блин, травмированный. И все это вот на полтора года. А сейчас можно сказать, что все, можно теперь с учетом того, что впереди лето, количество тренировок будет гораздо меньше, 2 или 3, поэтому я буду отдыхать, максимально, естественно, все восстановится. И вот, кстати, по поводу новой коленки, то, что вот у меня тянуло в седе, вот только-только, вот сидя сегодня в разминке, в седе, какие-то отдаленные ощущения были, и я вот понял, что да, все-таки, наверное, скорее всего, я принял правильное решение, то, что неделю назад отказался от приседаний, и вот, может быть, на 95% у меня все восстановилось. И квадрицепсы не болели, и вот ноги тянули. То есть можно сказать, что я сделал все правильно. Ну, может быть, чтобы быть как бы полностью на 100% быть уверенным, может быть, надо было на один день раньше, скажем так. Ну, блин, опять интересно, насколько я там наговорил, если я меняю вторую батарейку, как бы не на полтора часа. Уважуха всем, кто досмотрел это видео до конца. Я расскажу про свои планы. Это вот буду лето отдыхать, потом будут соревнования, скорее всего, Москва в старших возрастных группах, где я буду 100% участвовать. Кубок по России 50 на 50 под вопросом. И потом область среди взрослых. Если все хорошо сложится, я буду набирать, то чем будет хорошо, приятно, скажем так, тренироваться в ближайшие, там, не знаю, год, а то, может быть, и два,
если не нажирать жир, да, ведь можно сейчас взять, распуститься и за месяц, за два стать жирным колобком и весить 72. Тем более, что опыт у меня есть, я уже весил 72, и не один раз, то это будет непродуктивно. Но если набирать по чуть-чуть, только за счет увеличения, скажем так, мышечной массы, конечно, в идеале не получится, но все-таки увеличение мышечной массы, то у меня будет плавное повышение моего веса в новой весовой категории. Соответственно, также будут плавно расти результаты. То есть, что я хотел сказать, у меня будет такой мотивационный год или два, где я буду от соревнований к соревнованиям прогрессировать, и мне будет доставлять удовольствие иметь такие ощутимые шаги. Не то, что там сейчас состояние на месте, где я вот даже не добрал до тренировочных весов, а будет, например, там тренировочный вес 87 всегда, или толчок с груди 110-112 всегда. Ну, разве не неприятно? Тем более, я думаю, что с увеличением именно вот мышечной массы я немного изменюсь чисто внешне. У меня там потолстеют ноги, плечи, такое эстетическое как бы внешнее улучшение внешнего вида. Так что радует вот это. И посмотрим, что из этого получится. Вот такие вот планы. Будем тренироваться, следите за моими видео, а продолжать снимать эти видео. И что, как, конечно же, жду от вас каких-то советов, вариантов, предложений, может быть, каких-то будут какие-то интересные идеи, которые у меня как бы, ну, до которых я как бы не додумаюсь, но это интересно другим. Все, на этом заканчиваю. Еще раз благодарю всех тех, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Надеюсь, не последний раз я снимаю вот такого плана обзоры и свои тренировки.